Город Мариинский Посад продолжает удивлять креативными идеями и яркими праздниками. Здесь прошел фестиваль близнецов «Я плюс я». Подробности в репортаже Марии Шоклевой. Марпасад принимает гостей. Двойняшки из городов Чувашии, Санкт-Петербурга и Москвы собрались вместе, чтобы познакомиться и отдохнуть на родине бабушек и дедушек. Национальное телевидение Чувашии на фестивале представляли ведущие детских новостей Акилбупсер, братья Васильевы. Некоторые дети, они дома, допустим, одни сидят, им скучно, а мы вдвоем, мы между собой общаемся. Да, нам никогда не скучно. Допустим, один лучше какой-то предмет знает, и он помогает другому делать домашнюю работу по этому предмету. Да, и подтягивает его по-другому. Но обычно я всегда его подтягиваю. Не всегда. Ну, нас еще взяли на работу Акилбупсер тоже, потому что мы близнецы. С идеей организовать праздник в Дом культуры и ЗАГС города обратились родители двойняшек. Им очень хотелось поделиться опытом, ведь их жизнь – целое приключение. Мне приснился сон, то, что у меня будет двойня. Я была готова к этому. Если сделать все по режиму, все гораздо проще, гораздо легче. И, не знаю, любить детей своих. Ксюшу, Олесю и Андрея в родном Санкт-Петербурге все знают. И не только потому, что они тройняшки. Они целый танцевальный коллектив. Когда мы были маленькие, маме было тяжело с нами справляться. Почему? Потому что мы все плакали и убегали в разные стороны. Ну, честно, теперь мы выросли, мы помогаем. Как известно, близнецы бывают похожими друг на друга и не очень, даже разного пола. Их обычно называют двойняшками, но даже таких братьев и сестер постоянно путают. Да, всегда путают. Учителя путают, на фотографиях всегда путают. Друзья иногда путают. Иногда папа бывает путает. На фестивале зрители узнали о близнецах много нового. Большинство двойняшек не любят одеваться одинаково. Считается, что у близнецов схожие интересы и черты характера. А еще бывает, что малыши-двойняшки создают несуществующий язык и разговаривают на нем. Такое явление имеет особое название – криптофазия. Находиться на фестивале двойняшек и не представить себя близнецом очень сложно. Увеличим статистику с помощью монтажа. Кстати, о статистике. Реже всего близнецы рождаются в Китае. Один случай на 250 родов. Чаще всего в Нигерии. Один случай на 22 беременности. Мы посередине. 1 к 69.